живых. моего дядю живьем закопали в Первой Карабахской войне. Вы мне будете рассказывать сказки? Нет, живьем убивали-то. Закопали. Вы мало ли, что он вам сказал. Ладно, допустим, он вам это сказал. Убивали же вы, армяне убивали детей, вас взрослых. А вы не убивали, вы просто что, знаете, уничтожать, что больше делали ничего. люди? Вас Вы просто сумгаите, надо что было делали люди? уничтожать. Добрый Добрый. Бела, я просто зашла на не... ага. на две минуты зашла. Просто я уже слушаю эту азербайджанку, эту Далишку. Она разные гадости Далишка. Говорила. Маша, ты... вы так наш язык хорошо знаете, вообще молодцы. Очень хорошо знаю, потому что я тоже жила в Баку. Ты Далишка, а ты сама гидала. Это что такое? Общаться? За спиной ты разные гадости говоришь. А сейчас сидишь, я тебе одна со всеми говорю. Воюешь. Говно ты кушаешь. Дубинка ищет. Бабаку. Ты Далишка, а ты сама ты гидала, хотели, ты сама не знаешь, что. Ненавидеть. Это что такое? Общаться? За спиной ты разные гадости говоришь, а сейчас сидишь, я тебе одна со всеми говорю. Воюешь. Говно ты кушаешь. Дубинка ищет. Слушай, что ты говоришь? А ты тупая, чтобы зашла в эфир, не знаю, часами тянешь, не знаю, что из себя выдумываешь и смеешься. Слушай, это... слушай, Нана, Нана или кто ты там? Ты жрала азербайджанский хлеб? Тогда мы были хорошими. Да? Я твои глаза выжила. Ты жрала, я жрала. Пока вы там сунгаете, не знаете. Там ничего несчастное. Если в Сумгаите никакой хлеб не было, жрала. Мы бы нормально все в мире жили. Дурная и несчастная. Тебя надо...